«День брасиста и спиниста». Так назывались старты, которые состоялись в спортивном комплексе «Олимпийский» 23 февраля. Поздравить юных защитников Отечества с праздником и пожелать им удачи на соревнованиях приехал руководитель регионального Минспорта Дмитрий Крикарьянц. По его словам, очень приятно видеть, что этот современный спортивный объект привлекает к занятиям спортом огромное количество мячей. По программе 500 бассейнов, этот бассейн в 2015 году был построен, введен в эксплуатацию. Уверен, что это является таким точкой притяжения вот здесь, именно в городке Нефтяников. Плюс здесь несколько наших больших базовых вузов находятся наряду с медицинской академией. Это и СИБАДИ, и Политех. То есть студентам есть где заняться плаванием, научиться плавать. Вот. И, естественно, группы детские, которые в бассейне занимаются, тоже как бы находят здесь и время, и ту важную составляющую здоровья, которая необходима вот на сегодняшний день у нас. Перед массовым заплывом детей на дорожке вышли гости соревнований. Представители руководства медицинской академии, спортивного комплекса «Олимпийский», а также преподаватели и студенты вуза. Они показали достойный пример юным пловцам и вдохновили их на победу. Один из участников показательного заплыва, исполняющий обязанности ректора Виталия Хлопков, рассказал о современных технологиях, применяемых в бассейне, которые делают этот объект уникальным для Омска и, самое главное, максимально комфортным для посещения любителями плавания. На сегодняшний день это единственный публичный большой бассейн в нашей Омской области с особой системой очистки. То есть в этой воде нет хлорки, вот, которая есть во всех бассейнах. Вода очищается озоном. Стоят огромные колонны с сорбентами, которые очищают водопроводную воду. Потом говорят, что это легкая вода, это быстрая вода, она практически родниковая. Вот этим отличается этот бассейн. Ну и отличается тем, что это самый новый бассейн, современный, сделан по современным технологиям. Показать свои лучшие результаты, побороться за медали соревнований вышли воспитанники спортивных секций комплекса «Олимпийский» в возрасте от 7 до 15 лет. Но главное для ребят не награды, а то, что занятия спортом помогают им укреплять свое здоровье и развивать физическую силу. В детстве меня отдали в плавание, а потом тренер сказал, что фигура пловца, да и способности есть, и продолжу заниматься. Стабильные тренировки помогают образованию фигуры, то есть накоплению массы, мышечной массы. Также развивается дыхательная система, то есть объем легких. И в общем улучшается все.